Мне кажется, что все помнят эти кадры из фильма «Белое солнце пустыни», где Верещагин с искренней ненавистью смотрит на тазик икры и говорит: «Опять эта проклятая икра». И если думаете, что Павел Воспекаев в роли Верещагина лишь талантливо изображает отвращение в этот момент, вы ошибаетесь. Икра была настоящая, и за несколько дублей актеру пришлось освоить чуть ли не килограмм ценного продукта. И далее существуют две версии. По первой, остатки черной икры быстро испортились, и ее пришлось выбросить. А по второй, после того, как этот эпизод был снят, режиссер дал отмашку, и все, кто присутствовал на площадке, набросились на икру и принялись ее поглощать прямо руками, потому что ложек у них не было.